плеснул в лицо электролитом. В Муроме мужчина облил ядовитой жидкостью свою подругу. Инцидент произошел прямо на платформе Муромской ЖД-станции. 55-летний мужчина из-за неприязненных отношений выплеснул в лицо своей 41-летней подруге электролит. У женщины химический ожог покрова лица первой степени. К счастью, тяжелых увечий от поступка знакомого потерпевшая не получила. Ей нанесен легкий вред здоровью. А вот сам зачинщик был задержан транспортной полицией прямо на платформе. За свою выходку ему грозит до 2 лет лишения свободы. По крови сотрудники Росгвардии спасли на пожаре пожилую семейную пару. Наряд вневедомственной охраны выехал в местное садовое товарищество после сигнала о тревоге. На месте выяснилось, что из дачного дома валит дым. Росгвардейцы вызвали пожарных, а сами бросились внутрь здания. Там в шоковом состоянии находились пожилые супруги. Капитан полиции Виктор Переслегин и прапорщик полиции Рустам Касьмин помогли выбраться пенсионерам невредимыми. А вот дому досталось. Общая площадь возгорания 196 квадратных метров. Его тушили 6 единиц техники и 23 человека. На должников пожаловались в прокуратуру. Компания «Энергосбыт Волга» обратилась с просьбой провести проверку по факту задолженности предприятий ЖКХ. По состоянию на 22 ноября их долги перед ресурсоснабжающей компанией составляют 221 миллион 869 тысяч рублей. Больше 77 миллионов задолжали предприятия Александровского района. Они в лидерах антирейтинга. На втором месте «Муромляне». Здесь солидные долги за электроэнергию скопились у «Владимир Теплогаз». При этом неплательщики не реагируют на устные и письменные обращения поставщика электроэнергии. Теперь добиться оплаты услуг «Энергосбыт Волга» надеется через надзорные органы. Провел прием в качестве губернатора. 28 ноября Владимир Сипягин провел первый прием граждан в качестве главы региона. Жители области просили о ремонте дорог, газификации территорий, улучшении жилищных условий и развитии спорта. Все заданные вопросы губернатор взял на карандаш. We'll be right back.